Всем привет! С вами Аня и Матвей. И сегодня у нас Дримаркер челлендж смешарики. Да, мы, ребят, привет! Будем играть Аня против мамы, а Матвей против папы. Да, у нас сегодня, ребят, привет! У нас сегодня челлендж, где дети против родителей. Ну что, мама и Аня скидываются на раз, два, три. Кто первый выбирает фломастеры? Так, мама выбирает первое. Закрывай глаза. Матвей, можешь маме глазки подержать? Глазки подержать? Не надо, Матвей. А мне не надо. Хорошо. Мама выбирает фломастеры. Так, показываем. Отличные цвета. Вот эти, это твои. Да, ты для себя, а Аня для себя. Да, мы не делали каждый для друга. Давай. Мне не надо закрывать. Давай, хорошо, давай. Поглядела. Да. Закрывай глаза. Матвей, закрой ей руками глаза. Нет! Я тебе мешаю. Аня, да! Ну так нечестно. Я сама закрою. Вот и все. Мама, раз. Ань, давай. Классные цвета. Только черный, правда, но ничего страшного. Покажите цвета в камеру ваши. Так, отличные. У мамы вообще два цвета практически. Ну что? Поехали. Матвейка, садись. Матвейка будет у нас оценивать, кто лучше разрисовал. Кто аккуратней и лучше разрисовал. Ну, другой переворачивай. Мама уже начала. Так, и давайте, ребят, здесь фломастеры есть тонкие, а есть толстые. Ань, обратите внимание на это. Матвей, знаете, да? Знаете, что можно сначала по краям, а потом в середине. Угу. Это очень легко. Нам вообще не заходит. Так, кладу эти фломастеры обратно. Ань, ты черная. Для вот этого можешь. А фиолетовый для... Так, как по мультику. А Матвей может тебе помочь? Нет. Почему? Дай он, может быть, что-то разукрасит пока? Я аккуратно. Я не хочу поаккуратнее. Все, ладно. Дискотека началась там. Давайте нет, быстрее. Там какое-то пианино. Там чучуа, 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 вау. Матвей, сейчас мы с тобой быстро все разрисуем. Нечестно, ты маму очень красиво получается. Ты базарила, мне что надо было ждать, слушать, когда ты там наговоришься. Чего? Вообще? Мой любимый танец, это чупа-чупа. А еще цоку-цоку, ваще-ваще, цоку-цоку. Ну-ка, покажи эту. Кого? Матвей, пока ты покажи, пока Аня раскрашивает. Показывай. Я забыл, как там. Ну, а ты же говори, как это? А потом самое быстрое начинается. Идет там что? Ой, там отмочки.
стали лупать ребенка. Матвей, лучше помогай. Докрасим его. Давай. Нет. Ну давай, Аня, тебе. Да, давай, давай, дело. Матвейка, только не спеши, пожалуйста. О, Аня зашла. Ну ничего страшного. Я тоненький, потому что это кончается. Я лучше докрашу. А-ля. Непонятно, да, каким другим? Какой цвет еще использовать? Но он немножко светлее, попробуй его. Он... Мама глаза накрашивает. Смотри, какой это толстый класс. Да, ребятки, напоминаем вам, что сейчас у нас дети против родителей. Это Аня против мамы. И Матвейка ей помогает. А второй раунд у нас будет это Матвей против папы. И Аня может помогать. Папа будет Давайте, у вас еще рога остались. Рога какого цвета будет? Да пусть он ноги сделает черного, наверное. Нет. Нет? Вот, лупу вот эту, поемочку. У меня вот такая. Тоже рога. Мама, быстрее. Давай. Маме лупу оставь. Аня, не болтай! Смотри! Смотри! У него глаз в лупе большой, видишь, там, смотри, смотрится. Смотрит кого-то. Да. Все. Все! Мама, тут можно раскрасить? Нет, внутри не надо, это же стекло, оно прозрачное. Понял. Закрыть? Закрывай фломастер. Так, у нас мама первая, да? Что, все это мокро, наверное, да? А, нет. Так, давай, Ань. Так, ну что, Аня, все закончила? Да. Давай теперь мама и Аня, показывайте нам ваши рисунки, которые вы завершили. Ой, у мамы лучше. Матвей будет сейчас у нас оценивать, у кого у нас получилось красивее, у кого у нас получилось аккуратнее. Ну, быстрее мы уже определили, мама быстрее всего нарисовала. Матвейка, ну-ка говори, кто у нас, как мама. Тебе? Эти убери. Мама. Мама. А мне кажется, что... Мне кажется, что у мамы получился более аккуратно, да? Ну пусть зрители, наверное, определят. Мама вообще не заходила. Пусть зрители определяют, кто у нас будет... Кто у нас выиграл, определят зрители. А сейчас у нас... Второй раунд. Второй раунд. И кто у нас? Матвей с папой. Папа против папы. Понятно. Вот. Привет всем. Второй раунд у нас начинается. Вот такие у нас два одинаковых рисунка. Кто это, Матвей? Ань, кто это? Копатыч. Копатыч. Вот мы будем раскрашивать Копатыча. Давай, Матвейка, с тобой. Раз, два. Суй.
Ифа. Я выбираю первый. Закрываю глаза и выбираю. Так, размешаем давайте. Да, я люблю. Все, 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 все. Все. Открылась. Раз, два, так. Три. Я помешаю. Ты с открытыми глазами. С открытыми глазами. Выбрал. У меня закрытые глаза были. Вот такие фломастеры. Фиолетовый, зеленый и красный. Какой это? Розовый, наверное, какой-то. Так, отлично. Показываю камеру. Я очень красный схватил. Ну, видишь, Аня тебе не дала. Первый раз ты все правильно хотел взять. Давай, поехали. Не могу. Смотри, сколько. Смотри-ка, давай побыстрее. Кто красивее? Да. Только кто красивее. Уже темень такая, я не знаю, там вообще что-нибудь получится. Не знаю. Если бы мне попался зеленый, то бы по мультику правда было как настоящий. Как зелень. Мне у папы лягушка. Жирная. А Копаточка какого цвета? Медведь превратился в лягушку. Копаточка какого цвета? Оранжевого. У меня желтый. У нас фломастеры уже недели дышат. Папа, я правильно выбрал. Да? Потому что шляпа. Вот этим зелененьким заменим. А не в одной гамме. Да? Давай. Хочешь пить воды? Да. Поставь его сюда. Спасибо. Левый попробуй. Нет. Нет? Ты левый можешь? Ну, не очень будет. Ты аккуратно будешь? А ты вот так закрашивай, смотри, вот так вот. Штрихами. Не закрашивай прям все. Так вот очень долго так будет. Мы так никогда не закончим. Давай быстрее, темнее туда. Папа опять быстрее. Взрослый выиграл. Все, глаз еще один давай, завершай, это уже... Уже сейчас будет очень плохо видно, нам же надо показать, что мы сделали. Так, ребят, давай, мы закончили со вторым раундом. Папа против Матвея. Посмотрите, что у нас получилось. Кто красивее нарисовал, кто красивее нарисовал, оценивайте сами. Мы очень спешили, потому что уже темнеет. Я не знаю, что там видно на видео или нет, мы посмотрим это позже, когда будем монтировать. Оценивайте. Все, всем пока, Матвейка, говорим пока. Пока-пока. Пока-пока. Подписывайтесь на наш канал. Да. Всем пока. До встречи в следующих видео. Пока.